У моих цыплят сейчас такой возраст, им как раз 4, самым старшим 4 и неделька возраст. И вот-вот уже они начинают нестись. И когда я приезжаю, я самым первым делом, конечно же, бегу сюда. Потому что каждый мой приезд – это какая-то приятная новость. В этом цыплятнике у меня цыплята как раз того возраста, когда с каждым моим приездом что-то здесь может быть новое. И сейчас я вам покажу, что тут уже есть. А ну-ка, давайте посмотрим. Смотрите, что там лежит в углу. Сейчас мы ее попросим отойти. Смотрите, что это у нас уже есть. Класс! Ага, вот она. Смотрите, сразу прибежала. Это, наверное, яйцо голошейки. Она сразу прибежала, как только я это яйцо обнаружила. Смотрите, какое. Да, оно очень похоже на яйцо голошейки. Вот такие именно яйца. И инкубировали мы весной. Твое яйцо? Признавайся, красивое-то какое. Смотрите, оно вот такое толстенькое и кругленькое. Это точно яйцо голошейки. Так, и сейчас сразу вам покажу. Это я приехала и сразу проверяю. И что у нас здесь, смотрите. 4 яйца за 3 дня не может быть. Значит, делаем вывод, значит, точно еще какая-то курочка несется. Ну, а это яйцо я пока что сюда положу. А когда уже буду собирать все яйца, может, еще кто-то поднесется. Смотрите, такая полоса. Вам видно? Видите? Когда курочка только-только начинает нестись, у нее яйцо интенсивно окрашенное. И по мере, как она будет нестись, яйцо будет немножко светлеть, светлеть. А это не такое, смотрите. Вот давайте сравним вот эти два яйца, смотрите. Они абсолютно разного цвета, видите? То, что ниже, больше с голубизной. А вот эта верхняя явно зеленая. Ну, пусть лежат. Буду собирать, уже соберу все вместе. Вот так вот с каждым приездом все новые и новые новости. С каждым приездом. Вот, смотрите, курочка тоже скоро будет нестись. Смотрите, какие у нее яркие-яркие сережки и гребешок. Это сейчас у меня самый интересный вольер. С каждым приездом обнаруживаться будет новое яйцо. И новая курочка, которая начинает нестись. Здесь еще гребешок бледный, маленький. Здесь тоже бледный, маленький. Широченная, просто необъятная. Вот, скорее всего, это и есть ее яйцо. Молодец, молодец. Вот, слышите? Вот это она так разговаривает. Это так курочка-голошейка разговаривает. Значит, это ее яйцо точно. И даже мне кажется, что это сегодня она его снесла. О, пошла проверять его, а там его уже нету. А там его уже нету, смотрите, ищет яйцо. А может, сейчас сядет еще одно снесет? Может, это вчера она снесла его? Кстати, может быть. Может быть, еще сегодня снесется.
Ну вот и пришла пора картошки. Начинаю давать картошку. Копаю постепенно картошку. Я копаю ее постепенно. Начинаю с ранней картошки и до сентября выкапываю. И по мере выкапывания у меня мелкая, порченная, вся идет в курятник. Картошку я варю очень быстро. Заливаю водой, довожу до кипения, чуть-чуть подсаливаю, закрывается крышка, и все, и она остается до полного остывания в кастрюле. И вот так вот мои куры очень любят картошку, они к ней очень хорошо приучены, а молодые курочки, цыплята, кушали картошку всего лишь один раз, но они ее очень тоже уже любят. И сейчас я цыплятам тоже буду давать картошку. Картошку я ни с чем не смешиваю, вот так просто натертую даю цыплятам. Можно высевками ее обмешать, но я даю в чистом виде. Картошку куры вообще очень любят. И цыплята, и куры. Это тот продукт, который любят все. Заглатывают, как будто они голодные. Но на самом деле у них полно корма. У них бункерные кормушки. Покажу вам здесь. Бункерные кормушки полные. Все есть у них. Но картошка — это такой продукт, от которого птица отказаться никак не может. И очень любят. Выходите кушать. Давайте мы поставим. Вот так. Ну давайте, кушайте. Все, уже чуть-чуть покушали, хватит. Тут некоторые стесняются выходить. Поставим им поближе. Эти цыплята тоже хотят картошку. Все хотят картошку. Повел в курятник, в гнездо нести яйцо. А вот это то, что я называю вознаграждение. Это размоченный хлеб.
это самое вкусное, что может быть для птицы. И вот у меня курочки-молодки начали нестись, и я обещала им вознаграждение. Вот это оно и есть. Теперь смотрите, за дверью галашейка вьет гнездо. Это курочка-молодка, ей 4 месяца. Вот так вот вьет, сидит гнездо. И сейчас сюда она снесет, по-видимому, яйцо. Вот, видите, это на улице, за дверью курятника. Пока все едят вкусняшки, она будет сейчас нестись. Но это еще не все. Сейчас еще покажу. Смотрите. Смотрите. А тут еще одна галашейка, которая тоже сидит и будет сейчас нестись. Сделала себе гнездо. И вот смотрите, галашейки очень крупные. Они очень тяжелые. И вот на такую высоту, конечно, я их даже не буду заставлять залазить в гнездо. Это гнезда не для такой мощной галашейки. Скорее всего, сюда под гнездо я поставлю металлическое гнездо, в которое смогут спокойно нестись вот такие крупные птицы. Вернее, крупные куры, тяжелые куры. Для этого буду ставить внизу металлическое гнездо. Металлическое гнездо небольшого размера, оно низенькое, маленькое, и как раз здесь под гнездами будет хорошо для вот этой курочки, для моих тяжеловесов, которые в эти гнезда, ну, я думаю, даже и не пытаются залететь. Смотрите. А тут уже есть яйцо. Молодец, галашеечка. О, наверное, у меня все галашейки несутся. Вот эта курочка сидела там. И вот такое яйцо у меня. И вот когда мы покупали инкубационное яйцо этих кур, оно было вот чуть-чуть больше, чем вот это. Вот такое вот. Вот такой формы кругло и вот такой носик. Вот такие были инкубационные яйца вот этих кур. И получается, что у меня, наверное, все галашейки занеслись. Ну, наверное, почти все. Вот эта галашейка, наверное, еще не несется. У нее не такой яркий гребешок. Положу я это яйцо сюда. О, смотрите. А здесь добавляются яйца. Еще одно снесла курочка. Так, уже надо идти за ведром и собирать яйца. Класс. Смотрите, какая красотища. Это яйца кур-молодок. Thank you.
первое яйцо у голошейки в 4,5 месяца. Даже еще нету 4,5 месяца, чуть-чуть меньше. Уже такие 3 месяца. Вот этому индюку 3 месяца. Огромный просто. И вот этому 3 месяца. Красавец, красавец. И ты красивый, и ты красивый. Ты кто? Куры несутся, но я все равно соберу яйца. Соберу яйца. Пусть себе продолжают нестись. Смотрите, видите, вот пошла. Эти 2 стоят, наверное, гнезда заняты. Нет, чтобы идти в верхние гнезда. Дерется, дерется. Там еще курица сидит какая-то, наверное. Выгоняет. Выгнала, выгнала. Интересно, она снеслась, успела или нет?
Будем собирать сейчас, если попадется теплое яйцо, значит, успела снестись. Нет, не снеслась. Вот она еще хочет идти. А вон курочка, которая несется в углу в подстилку. И это яйцо съедается, потому что, когда я приезжаю в этом углу, яиц, к сожалению, нет. Вот, яйца этой курицы все идут на корм. Корм курам. Ломан Сэнди. Даже на кормушке. Со скатом кормушка. Специально делаем, чтобы они тут не сидели. Но это не для этой курицы. Это аферистка. И что-то высматривает. Что-то она высматривает. Что ты высматриваешь? Собираю яйца, потому что сейчас... Прыгнет какая-то курица. Иди уже, иди. Ну иди. Занято? Иди в нижние гнезда. Так. Тепленькая. Ну, Аза, эти яйца я собрала. А за вот этими, которые сейчас несутся, приду перед самым отъездом. Вот видите, там курица сидит еще одна. Покажи, какая там сидит. Ага, поняла. Вот такая коричневая сидит. Так, здесь сидит. Здесь сидит. И это выгнало ее. Сидит. Четыре яйца будет еще точно. И вот там пятая. Давайте посмотрим, в этом гнезде уже должны быть яйца. Так, убираю насест. Так, и теперь посмотрим, что, сколько яиц в этом гнезде. Ого, смотрите, уже две курицы несется сюда. А почему говорю две? Посмотрите, цвет яйца разный. Это две разные курочки. Вот, уже гнездо работает. Вот такие они, смотрите, в клеточку. Здесь мягкая подстилка в клеточку. И яйцо получается тоже в клеточку. Перекрикивает меня. Хором, хором, перекрикиваете меня. Все, закрыла это гнездо. Оно очень удобное и очень хорошее гнездо. Вот, с дыркой в линолеуме. Курица заходит, спокойно несется. Ой! Ой, как я испугалась, там Ломан Сэнди сидела. Смотрите, какое это гнездо, видите? Ломан Сэнди прогнала. Еще будет одно яйцо. А мы продвигаемся к вот этому гнезду. У меня еще одно есть гнездо здесь. О,
него, смотрите, аншлаг. Вот это да! Две курицы сразу сидят. Но благодаря тому, что это гнездо с таким яйцеприемником, тихонечко вот так вот открыть и забрать яйца, которые уже есть. О, яйцо марана одно, за 3 дня одно. Странно, странно, опять. Так, вот эта курочка, которая несет вот такие зелено-голубые яйца, вот она как раз в гнезде сидит. Вот она, моя труженица. И 3 яйца еще есть от других курочек. И я так понимаю, что сейчас здесь тоже будет 2 яйца. А ну-ка посмотрим. Так, тут нету. Закрываю. И перед самым отъездом я тоже сюда загляну. Это я собрала у кур моих старых в первом отсеке. А сейчас иду забирать у молодок, у курочек, которым 4 месяца. Мы с вами уже здесь подсматривали и приблизительно знаем, сколько здесь яиц. Ну, как мне зайти? Полный курятник цыплят. Полный курятник. Пройти невозможно. Здесь в гнезде мы уже знаем. Мы подсматривали. Может быть, что-то еще появилось. Так, смотрите. Чубатый доминант. Ну вот, вижу, что это все, это разные курочки несут. Это все разные, они, оттенки у них разные, у этих яиц. Сколько курочек начало нестись, не знаю. Так. И вот это совершенно 2 разных по оттенку яйца. То есть это, может быть, даже тоже 2 какие-то другие курочки начали нестись. И, кстати, мне кто-то писал, что первое яйцо должно быть с кровью. Это все прекрасно мы знаем. Ну вот, пожалуйста, показываю вам все как есть. Мои курочки, молодки, снесли абсолютно чистые яйца. Вот это точно первые яйца голошейки. И никаких следов на них нету. Значит, делаем вывод, что и такое возможно. Я показываю все как есть. Значит, курочка может снести спокойно. И вот так вот, чистые, совершенно чистые первые яйца. Вот она стоит, меня внимательно слушает. Про свои яйца. Какие она несет красивые, да. И остается у нас одно пластиковое игрушечное. Пусть так и будет. Гнездо желательно не трогать, ничего не ворошить. Вот так вот, как оно прибито, примято, вот так гнездо должно и оставаться. На всякий случай посмотрю сюда. Может быть, какая-то курочка без приучения к такому гнезду спокойно может зайти, снестись на линолеум. Это гнезда у меня с линолеумом. И
вот так застелив сено сюда, я приучаю кур нестись в эти гнезда. И когда уже будут массово нестись куры, это сено я уберу, и они будут нестись вот в такие гнезда, просто застеленным линолеумом. А яйцо будет скатываться в яйцесборник, вот сюда. Приходит и все время возле меня вот так вот ложится. Где бы я ни села, вот так придет и рядышком садится. Очень компанейская, очень дружелюбная курочка. А твое яйцо где? Когда ты будешь нестись уже? Ливенская ситцевая. Очень красивый ситец по коричневому фону. Обратите внимание, очень красивый ситец. В этом домике у меня живут шелковые курочки. И иду вместе с вами. Для меня это загадка. Есть ли тут яйца, я не знаю. Не ходила, времени не было, ничего не смотрела. Вместе с вами буду сейчас заглядывать в гнезда. Так. О, смотрите. Прекрасно несется кто-то. Не знаю, одна эта курочка несется или же это несутся еще кто-то. Но по яйцу вижу одинаковое. Наверное, это какая-то одна шелковая несется. Яйцо одинаковое. Все, ничего не трогаю. Все как есть, пусть так и будет. Чтобы не спугнуть. Пусть лучше несутся в гнезда, а не под домик. Вот такая красота. Интересно, кто из них несется? Нет времени даже понаблюдать. А эта курочка перестала нестись. И уже давненько не несется. Уже пора ей. Тебе пора уже снести вкусное яйцо. Ну а за этими яйцами я приду перед самым отъездом. А эти уношу и складываю в лотки. Как я и говорила, горячее снесла. И куры придут и его съедят. Куча гнезд. Не сесть не хочу. Ножницы. Опять подстригла вот этого цыпленка. У него сверх большая шапка. И представьте, прошла только неделя, полторы, и я опять ее стригу. Вот такая вот шапка у меня в хозяйстве попадается впервые.
очень большая шапка. Она прямо на глаза, она прямо на клюв идет, переходит. Этот цыпленок у меня с инкубационного покупного яйца с другого хозяйства. Вот. Я уже его стригу, ну, наверное, раз третий этого цыпленка. Очень красивая. Вот она вырастет, будет большое. Большая будет. Надеюсь, что это будет курочка. Она будет очень красивая шапка у нее. Перед самым отъездом, конечно же, я обещала зайти сюда. Смотрите, сколько. Все, забираю. Забираю. На дорожку мне нанесли, да? Молодцы. А интересно, есть еще кто-то в гнезде? Так, тут есть еще. Тут уже нет, тут уже нет, и тут нет. Значит, получается, у нас одна еще вот снесет еще одно яйцо. Все. И плюс еще вот столько яиц у меня.
уезжаю и обязательно еще тут посмотрю. Да, две курицы сидела и два яйца есть. Та, которая голубое несет, голубо-зеленая, и обычная. Забираю. Закрываю. Все. И у молодок заодно еще посмотрю на дорожку. Лежат все, отдыхают. Так, посмотрим здесь. Нет, здесь ничего нет. Молодки снесли. Пока что все. Красивая курочка какая. Очень красивая. И вот эта красавица. Это из моего зеленого яйца, моей курочки.